Не так давно в Кочубеевском районе случилась страшная авария, в которой погибли 9 человек. Причиной тому стало превышение скорости одного из водителей. Как быстро он двигался, точно сказать пока нельзя. Проводится экспертиза. Однако стрелка спидометра застыла на отметке 170 километров. Это событие стало основной причиной для проведения спецоперации дорожно-постовой службы. 25 и 26 августа на территории Старопольского края пройдут целевые мероприятия профилактические под условным наименованием «Скорость». Цель данных мероприятий – пресечение нарушения скоростного режима, которые, к сожалению, в последнее время стали причинами серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории нашего края, в которых погибают люди. В связи с этим такие мероприятия будут проводиться целенаправленно на территории, как я сказал, всего Старопольского края. Следить за нарушениями и пресекать их будут не меньше 300 постовых. И что самое главное, под наблюдением будут находиться не только водители, но и сами сотрудники ДПС. Все, что произойдет на дорогах, будет записано в аудио- и видеорежиме. Поэтому водители предупреждают сразу, ни о какой коррупционной составляющей не может быть и речи. Анастасия Романова, Владимир Кириллов и Александр Лукьяшко. АТВ «Ставрополь».